С приходом теплой погоды ботанический сад в столице Приморского края оживает и окрашивается яркой палитрой цветущих растений. Так, одни из самых любимых и популярных цветов – тюльпаны. Ради фото с ними в ботаническом саду Институте Дева Оран собираются целые очереди. Любой сад весной украшают тюльпаны, поэтому мы тоже высаживаем каждый год осенью максимально возможную площадь, свободную от других растений. Высаживаем луковицы тюльпанов, чтобы весной они радовали посетителей как можно раньше, потому что самые первые тюльпаны начинают цвести в конце апреля. И вот до конца мая цветут более поздние сорта. Всего в этом году у нас высажено более 50 сортов. И каждый год эти сорта меняются, они не одни и те же, поэтому каждый год можно посмотреть новые разные сорта тюльпанов, новинки селекции, бахромчатые, махровые, зеленоцветковые, лилиецветные, разные виды, формы, цвета. Любимые многими цветы нуждаются в правильном уходе. Об этом еще осенью позаботились сотрудники сада и посадили луковицы в землю. А когда тюльпаны отцветут, их снова выкопают и отправят на зимнее хранение в теплое место. Тюльпаны, наверное, отличаются от многих других растений тем, что для того, чтобы весной они зацвели, вы должны заблаговременно позаботиться о том, чтобы их высадить, потому что сажают их осенью перед наступлением холодов в середине октября, потом укрывают на зиму. Для того, чтобы они весной расцвели, нужно об этом заботиться очень заранее. Также в ботаническом саду распустились рододендроны. Они представляют огромный интерес. С одной стороны, это ценные декоративные растения, а с другой, это древние редкие виды, нуждающиеся в охране. По-настоящему редкая и прекрасная, цветет в конце мая, во второй половине мая, в зависимости от погоды, и отличается от других местных рододендронов тем, что у него не сиренево-фиолетовые цветки, а светло-розовые. Очень редко попадаются белые цветы с белой окраской, и у некоторых слегка абрикосового цвета бывают цветы. Но это растение редкое, нуждается в защите, охране, очень медленно растущий рододендрон. И когда он цветет, он привлекает внимание, конечно, всех посетителей. Ботанический сад – одно из излюбленных мест жителей Владивостока и гостей города. Сотни людей приезжают погулять по его территории, наслаждаясь буйными красками сезонных цветов. Даже в будний день дорожки и тропинки полны посетителей. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на 8.